Анатолий Бибилов отметил, что в течение последних лет в республике идет снижение преступности, и сотрудники МВД выполняют свои функциональные обязанности на высоком уровне. При этом глава государства подчеркнул, что преступления, совершенные в августе текущего года в стенах МВД, в отношении подследственных способствовали потере доверия к сотрудникам милиции, потере доверия к человеку в форме. И вам, и личному составу придется очень многое сделать для того, чтобы вернуть доверие граждан. Очень многое необходимо сделать. Мы отправляем в высшие учебные заведения Российской Федерации молодых ребят, молодых следователей, оперативных работников. И мы прекрасно знаем, что сегодня для раскрытия преступления физическое воздействие, нет необходимости в физическом воздействии. Сегодня у вас есть довольно-таки серьезные возможности для того, чтобы раскрывать преступления, которые происходят в Республике Южная Осетия. Честь милиционера – это поймать преступника и доказать его вину. Но офицеру не делает чести то, что может этот преступник в каких-то обстоятельствах стать жертвой. И в этом направлении, уважаемые коллеги, у вас очень много работы. Глава государства подчеркнул, что не допускает мысли, что все сотрудники милиции в какой-то степени привержены незаконным действиям. Тем не менее, без сомнения, мы не можем не сказать о том, что без Министерства внутренних дел, без отношения серьезного к преступникам, к преступлениям, не может быть правопорядка в Республике Южная Осетия. Народ должен жить спокойно, народ должен быть уверен в человеке в форме милиционера. За большой вклад в дело обеспечения законности и правопорядка в Южной Осетии многолетний плодотворный труд президент присвоил ряду сотрудников МВД почетное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Республики Южная Осетия» и очередные специальные звания. Стелла Бязарова, Тамерлан Кусраев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.